и поехал сюда. Делается сюда передача. Затем правый нападающий делает передачу в центр, получает обратный возврат. А этот правый защитник, который работал аналогично справа, он с той стороны, выезжает сюда и встречает этого правого нападающего. То же самое с левой стороны. Левый нападающий, защитник, подбирает шайбу, делает передачу, передачу левому нападающему, возврат. И предлагает себя сюда. Делается передача сюда, передача в центр, прием. И вот этот левый нападающий, вот защитник, который здесь то же самое делал по свистку, он выезжает сюда. И вы обыгрываете. Мы этого не делали. Но мы еще раз говорили, когда-то вам эту мысль высказал, сегодня мы с Девалкиным об этом говорили, и сейчас это, об этом попомним. То есть одновременно правый начинают по диагонали защитники. Сюда работают, ты здесь сделал с ним, отыграл, и выезжаешь на противоборство с тем, который хорошо. Стали по номерам, ничего тут страшного нет. Сейчас разберемся. Синий здесь. Левый здесь, независимо, защитник и нападающий. Левый, давайте здесь и не шли. Покажи. Вот ты в данном случае левого нападающего. Здесь сделаем сюда.